И мы сегодня поговорим о истории. По истории отношений. История отношений. Так вот, и для того, чтобы я вам показал историю отношений, я пришел сюда, в машину и вышел. Потому как в программе «Автостоп» 16-й год. И вы прекрасно понимаете, в чем я. То есть это все красиво. История отношений. И она вышита на моей толстовке и на моей куртке. Круто? Круто. Так вот, в программе «Дом, милый дом» 10 лет. Точнее, уже с выше, чем 10 лет. Я это тоже вам демонстрирую. Как это все сделано? Вот посмотрите, как красиво сделано. Да, и здесь, и здесь. Тоже я пришел сюда, на улицу Карла Маркса, проспект Карла Маркса, 143. То есть, вот оно, демонстрация того, что я чуть-чуть выше, чем остальные. И поскольку, ну, как вы прекрасно понимаете, программа «Автостоп», она чуть-чуть покруче, чем телекомпания ТВИН, потому как это было единственное и очень крутое, и оно таким и осталось, автомобильное шоу. И в тот момент, поверьте мне, никаких тараканов в компании ТВИН не было. Они выпускали один выпуск новостей. К слову, о чем я сейчас буду говорить. Так вот, я вчера пришел, вчера было 50 лет в нашей школе. Вот. Я, честно говоря, сделал чуть-чуть больше, чем все остальные. Вот я им сделал кино. Примерно под приличную сумму. 1500 долларов. Правда, все об этом уже дело забыли, ну да ладно. И при мне вызвали двух людей, выпускников 33-й школы. Ну, понятное дело, они были все такие, практически золотая медаль была и у одного, и у другого. И два этих человека, они работают на телекомпании ТВ. Но про меня как-то забыли, хотя я сидел рядышком. То, что они сказали, мне абсолютно фиолетово. Я бы вышел и сказал, спасибо нашей 33-й школе за то, что я вообще живу. Потому что если бы не английский язык от 33-й школы, я бы уже сдох. Вот так вот. Ну да ладно. Там же все-таки праздник, а я немножко о другом. К слову о том, и здесь, и для вас в том числе, посмотрите, насколько это все дело красиво. Заходите и выбирайте. И выбор будет очень интересен. История отношений, так же как и стиль, и это не просто правило, это художество, как и вышивка. Да, сегодня результат больший. Есть машины, но машины без головы – это ничто. Как станки с ЧПУ. Еще и программу заложить-то надо. Но об этом молчок. Наша машинная вышивка располагается по проспекту Карла Маркса, 143. Я вам говорю, здесь и чудеса творятся. Вы, в принципе, должны понять, что шевроны – это, казалось бы, просто. Но сейчас вы поймете другую сущность. Нашу с вами сущность, хоругви и богослужение. Да есть Господь, и это наше право. Право верить в Него и поклоняться Ему, показывать, что Он велик и становиться ближе. Никто из нас не в силах сделать то, что Он сделал, потому что Он был Богом. Но показать и помолиться надо, и плащаницы, и прочая молебенная утварь делается здесь. И делают это люди правильные. И суть должна быть известна и вам. Я прекрасно вижу, что все это очень круто. И то, что за вашей спиной. У меня возникает маленький вопрос. Когда вы работаете для Господа нашего, что-то ощущаете? Да, ощущаю. Потому что я то же самое. Когда я с Господом общаюсь, я понимаю его сущность. Так ли оно? Совершенно верно. Это так. То есть, если вы можете это сделать, то хорошо. Но я не видел ни одного... Что сделал бы онное? Машинная вышивка, хоругви и печати, молитвы и лик Господа, архангелы и ангелы. Все это вышито золотом, плюсом отторочено золотом и изумительная красота. Вы это сделать сможете? Я не могу. Может быть, я могу, но я – это слово. А сколько таких вещей в нашем городе? Да, теперь есть и такие, и здесь, на проспекте Карла Маркса, 143. Я считаю, что это в действительности уникальное изобретение, потому что обыкновенными руками это не вышить. Вышивают. Мастерицы в монастырях вышивают. Вот это все. Да ну не может быть, чтобы так было красиво. Это вышивают в монастырях руками. Но у нас как бы немножко продвинутая технология. У нас компьютерная вышивка.
и это и быстрее, и как бы не так дорого. Мы вышиваем для наших храмов, для монастырей, которые в округе. Они не располагают там огромными средствами. То есть, это и вы это тоже можете делать, в принципе, да? Теперь мы поговорим о том, что, допустим, вот человек хочет что-то вышить, да? Не сильно дорого, как вот, допустим, у меня вот логотипы мои. Сколько это примерно будет стоить? Не настолько круто, но чтобы красиво. Ну, у нас есть прескурант 25 рублей 1000 стежков. Это вот по логотипам. Вот. В зависимости от количества, там какая-то система скидок. Вот. Ну, а что касается этих работ, здесь чисто договорная цена. Иногда даже вот идешь на уступки, что смотришь... Ну, мы не будем человек. С Господа говорить, потому что Господь рано или поздно он сам скажет, ты сделал правильно. Жертвуют. Мы сами жертвуем в храмы, вышиваем во славу Божию бесплатно. Вот. И люди приходят к нам, заказывают, тоже жертвуют для храмов, для монастырей. Теперь мы поговорим о других вещах, да? То есть, чем мне нравится ваша вышивка, да? Тем, что она не стирается, представляете, да? Есть такая штука, вот утюгом сделал, да, потом постирал и... через 20-30 стирок уже ничего нету. Да, а есть. Да, наша, ну, мы применяем хорошие нитки. Наша вышивка, наши нитки, которые мы вышиваем, они предназначены для детской стирки, которая, для детской одежды, которая стирается каждый день. То есть она достаточно прочная. Вот, а нашивки, вы же их не стираете каждый день. Ну, понятно, трется об одежду, но оно прочное. Прочное. Прочное, интересное и долговечное. То есть мы будем говорить, что это еще и долговечнее, чем обыкновенное, ну, обыкновенное вот этот. Я даже не знаю, как это называется. Ну ладно, не будем говорить про это. Всякие печати. Да, термин печати, да. И куда обращаться к вам? Это богаче. Сайт у нас есть в ВКонтакте, группа «Компьютерная машинная вышивка в Магнитогорске». Ну и непосредственно мы как бы являемся вообще уникальными. Уникальным предприятием, потому что у нас открыты двери. С 10 до 7 мы работаем каждый день, кроме воскресенья. Человек может зайти, посмотреть, обсудить это все. Вышивают некоторые на домах. Ну, понимаете, что значит надомница и что значит вот предприятие. Вот. И получается, что проспект Карамарка 143. Проспект Карамарка 143. Есть понятие статики. То есть это изумительное. Термические нашивки круто, но не вечно. Срок машинной вышивки в разы, а то и в несколько раз, а может и в десятков раз выше. К слову, о комбинате, которому сейчас 85 лет. Но представьте, что же сейчас? Термические нашивки? Ну, в принципе, неплохо. Но вот один ходит в новом, другой в десятки раз постиранном. Это нормально? Ну, я не думаю, чтобы это было бы так. Теперь вопрос дизайна. Вот о чем и я. Все, что я делаю, это трехмерная графика. Другого-то нет. Но как 3D сделать красиво? Как сделать рисунок для вышивки? Да какой? Поверьте, для этого умение надо, и оно здесь есть. Я, по сути, все это дело прекрасно понимаю. Я тоже занимаюсь 3D Max. Я не буду сейчас говорить, да? Но вот если бы это денег стоит не детских. Чем вы занимаетесь? И вообще, давайте переговорим о дизайне. Разработка дизайна – это тоже является одной из наших уникальных особенностей. То, что человек приносит нам картинку в любом из популярных графических форматов, для нас это, можно сказать, лишь образец идеи заказчика. Наша же работа заключается в переводе этой картинки в стежковый, так называемый, формат, который понимает только наша машина вышивальная. Это очень кропотливый труд, нужно обрисовать каждую детальку, каждую линию, каждый стежок нужно построить так, чтобы все вышивалось правильно и красиво. Давайте все-таки объясним, что когда вам приносят эскиз, еще надо очень сильно с ним поработать. И если честно, надо еще и хорошие знания иметь. Все верно. Мы работаем в специальных программах, тоже не графических, а специальных вышивальных, так называемых, в которых все эти изображения обрабатываются очень долго, очень кропотливо, очень трудоемко. Это стоит некоторых денег, естественно. Естественно, это стоит денег. Но результат получается изумительный. Результат вы видели и можете видеть у нас в нашем магазине. То есть мы говорим об искусстве. В данном случае это искусство для всех. Можно сделать и лики святых, можно вышить и портрет изумительного качества. Да многое можно. Важнее ваше желание сделать все лучше и круче, чем где-либо. И место такое мы вам показали, это проспект Карла Маркса 143.
Тут рядышком Сбербанк и кассы Аэрофлота. А на другой стороне уже бывшие Зори Урала. То есть мы говорим о нормальном центре нашего города. Итак, то самое место. Проспект Карла Маркса, 143. Место, где я себе все заказал. Место, где вы наконец-таки понимаете, что такое качество. Поскольку в программе «Дом, милый дом» 16-й год уже, ой, простите, 10 лет, и она 11-й год уже идет. В программе «Автостоп» 16-й год работы, да? То есть вот она тема. Нормально? То же самое и у вас. Я в действительности говорю, что гораздо вкуснее и интереснее машинная вышивка, представляете, чем то, что наносится утюгом. А это везде и всюду продается. Потому что посмотрите, каков результат. Каков замечательный результат, и с ним ничего не случится. Как он был, так он и останется у вас. И люди, которые пойдут к вам и увидят, что у вас такие замечательные композиции, как у меня на плече, и вообще, поймут, что это дорогого стоит. Понимаете, о чем я говорю? И ваш бизнес будет еще круче, поверьте мне.